Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас с вами видеообзор на шоколадку Риттер Спорт. Мята, шоколад темный с начинкой. А на такую шоколадку у нас с вами еще не было обзора. Это впервые. Здесь, кстати, 100 грамм. Купила ее в Перекрестке. Так, производится в Германии с натуральными ингредиентами. Здесь мы с вами будем смотреть, а действительно ли внутри шоколадка точно такая же, как вот здесь вот на упаковке. В принципе, мы все товары с вами так и смотрим. У меня очень-очень много обзоров, там посмотрите потом. Так, а нет, не в Перекрестке я купила ее. Я ее купила в магазине Беру, сейчас он Яндекс.Маркет называется. Да, видела тут. Так, давайте посмотрим состав. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте его. Что-то там. Так, ну, конечно, состав у нас тут что? Какао тертое, сахар, масло растительное, смесь, пальмовое масло, кокосовое. Где ж тут натуральное-то? Масло какао. Тра-та-та-та-та-та-та. Ну, короче, как и везде, как и обычные все шоколадки. Так, открывается она здесь. Опа. Так, нам понадобится тарелка, похожая по цвету даже. Здесь она уже у меня сломалась, что ли? Да, наверное, сломалась. Ой, ой, ой. Такое у меня впервые. Ух ты. Смотрите, сколько начинки выпало. Надо же. Как раз я хотела проверить, и тут сама прям отлетела начинка. Такая шершавая. Ну-ка. Мятой пахнет, прям вообще обалденно. Так у нас мята зеленая в России, а в Германии, видимо, мята белая все-таки. Вот отсюда она отлетела. Здесь, кстати, очень классно, очень красиво выглядит эта плиточка. Вернее, плиточки, они довольно толстенькие, как и здесь вот показано. Такие же толстенькие, классные, такие темные. Видно, что прям шоколад такой темный. Как будто шоколад прям натуральный, такой хороший. С этой стороны гладенькая, ничего не торчит, не там топорщится. Ломается легко. Прям классно. Даже просто по отдельности вот эти вот квадратики выглядят просто шикарно. Не зря эта шоколадка все-таки дорогая в магазине. Здесь действительно есть начинки много. Ну и давайте... Давайте, наверное, знаете, как сделаем? Давайте сначала попробуем вот такой вот целенький кусочек вместе с шоколадом, да, как положено. А потом уже попробуем отдельно тот, раз уж он у нас с вами выпал самостоятельно. Пробуем. Шоколад мягкий, нежный. Шоколад ощущается, знаете, как дорогой шоколад, шоколад люкс. Ну и видно, что он такой темный. Хороший. Начинка мяты, да, ее много. Когда даже шоколадку кладешь на язык, то есть вот этой вот стороной, уже сразу ощущаешь аромат мяты. Мяты много. Вкус мяты присутствует. Также присутствует, наверное, какой-то вкус, как горчинки, что ли. Знаете, вот такое ощущение, как будто взяли вот охапку мяты и положили ее в рот и жуете, но при этом она как бы не листва, вот эта вот жесткая, да, когда вы жуете, а она такая мягкая, нежненькая, вы ее жуете, ощущаете вкус мяты и плюс как-то вкус листвы. Ну, какой-то вкус горечи. Блин, короче, не знаю даже, как объяснить, но это классно, это ощущение такое необыкновенное, нестандартное, но... То есть вот эта вот белая масса, да, мята, она очень такая нежная, она ароматная, ощущается мята и такая, как прохлада, что ли, какая-то, такое ощущение прохлады,
ощущение какое-то такое необычное, что-то такое нестандартное. Ну, согласитесь, со вкусом мяты, шоколад у нас пока что еще нету, кроме вот этого. Ни у Милки нету, да, ни у Альберт Вольта там. Щедрая Россия у них уж подавно, наверное, не будет такого. Никогда. Вот, а здесь и начинки даже много. То есть, все-таки Германия молодец, они не обманули. Кстати, вот да, они не обманули, положили действительно так много начинки, как у них выглядит и на самой шоколадке фотографии, да? То есть они реально молодцы. Потому что многие производители обманывают. Здесь ставят фотографию одну, а в итоге там может оказаться вообще такая маленькая козявочка этой мяты. То есть, в принципе, это бывает. Вы можете посмотреть у меня обзоры на другие продукты, на другие шоколадки. Обязательно посмотрите, там плейлист отдельный на них. Так, ладно, не буду вас забалтывать. Давайте. Кстати, она очень нежная, она прям на языке растворяется. Давайте попробуем именно ее. Мне прям, честно говоря, хочется вот только ее, наверное, и есть. Надо их все просто поотламывать, наверное. Нет, они не отламываются. Это единственное, наверное, убежало. Наверное, производитель так захотел, знал, что я буду делать обзор, и одну плохо приклеил. Ладно, давайте пробуем. Здесь, знаете, горечь, мята, и немножко все-таки ощущается приторно-сладкое. Наверное, скорее всего, начинку сделали приторно-сладкой, чтобы не ощущалась вот эта вот горечь. Какая-то вот, которая все-таки там есть, присутствует. Ну, не как горечь, а как, я не знаю, что-то такое, какой-то необычный вкус мяты, что ли. Не знаю даже, как его объяснить, не знаю, как даже сказать. Но это вкусно, это тянет, затягивает. Можно, наверное, в жару, летом, вот, мята, она же охлаждает, охлаждающая, можно спокойно поесть ее. Если, конечно, она у вас в кармане не растает. Интересно, если она растает, какая она будет? Все это вместе так вот перемешается, и будет какая-нибудь такая зебра-шоколадка. Тоже, наверное, будет очень вкусно. И шоколад сам, кстати, мягенький такой, хороший, приятный. Ну, блин, классная шоколадка, классная, вот реально классная. Ей прям можно поставить 5 звезд, даже больше. Можно ей поставить огромную такую пятерку с большим плюсом. Реально, она мне понравилась. Она действительно вкусная. Также, кстати, там есть другие вкусы. Не знаю, не помню какие, но там есть. Я выбрала именно вот, чтобы вот тут вот была фотография, было видно. И, честно говоря, не ошиблась. Мне очень понравилось. Я надеюсь, что у них есть, появится вкус еще так с апельсинчиком, кстати, было бы неплохо. С черной смородиной было бы неплохо. Ну, реально вкусно. Так, поближе я вам показывала. Ну, смотрите, они реально огромные. Не просто, а огромные. И темный, видите, темный шоколад. То есть он не светлый. Вот, допустим, вот здесь вот у меня вот был обзор на Alpen Gold. Да? Просто вам для сравнения. Хотя вот тут шоколад тоже классно на вкус, прям, ну, качественный шоколад чувствуется. И вот здесь, видите, они разные. Здесь коричневый, здесь прям уже такой более черный. Вот, вот такой у нас с вами был обзор. Я надеюсь, что он вам понравился. Напишите свои отзывы об этой шоколадке, как она вам на вкус. Пробовали вы ее или нет, может быть, вы пробовали другие вкусы, напишите в комментарии. Если вам захочется, я могу сделать обзор на другие вкусы, какие вам захочется. Обязательно пишите в комментарии, какие. Мне будет приятно, если вы какие-то маленькие заказики мне будете такие оставлять. Все это я стараюсь делаю для вас, чтобы вы не тратили деньги на какие-то невкусные шоколадки, а покупали только все самые качественные, самые вкусные продукты в наших магазинах. Также обязательно смотрите ролики другие, обзоры на продукции с фикс-прайса, Победы, Светофора, обзоры на технику, кольцевая лампа, видеокамеры там у меня есть, вот, кофемолка вышла недавно, кольцевая лампа. Также на моем канале есть влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся,
и моему сыночку 3 годика. Обязательно смотрите, влоги выходят каждый день, обзоры на продукты через день. Подписывайтесь, ставьте лайки. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока!